Ходили зонтики, дрожа, на длинных ножках перевернута клюка, рука к клюке, ботинок луженист к земле. Ходили зонтики, дрожа, на тонких ниточках дождя висели фразы, дым, туман, бездонных взглядов океан. Глаза к земле, ботинок глубже, дождь в рукаве. Никто не нужен. Последнюю песню написала на уроке товароведения в 10 классе. Это вороведение. Это вороведение, да. Так как есть новые люди, я буду немножко повторяться с тем, что было раньше, ну просто чтобы ввести в курс. Конечно. И у нас семья интеллигентов, но, как говорят, природа отдыхает. Вот. Она выбрала меня, и я никогда не любила читать. То есть, ну как бы, с виду люди некоторые считают, что я начитанная. Ну, я молчу иногда, чтобы так не вскрыться, так сказать. Вот. В общем, не любила читать, но потом мне понравилась форма хокку, потому что она короткая. И, ну, и там, так, три строчки, и нормально, как бы. Уже начитанная, да. Уже, да, вроде умная. Вот. И первая книжка, которую я полюбила, это была антология русского верлибра. Там было много таких маленьких, можно было с любого конца начинать читать, и решила тоже себя попробовать в этом жанре. В общем, так, слышу, кричат, счастье в руки летит, лови его, поймала, счастье как счастье, ничего особенного. Вот, собственно, и все. Немножко песни по хронологии, вот я как вот писала, и до наших дней. Всматривалась пристально, где туман немыслимо тебя нарисовал. Легким вдохновением, чутким дуновением, небо сероглазое он в себя вдыхал. Парус только кажется, красный небо сможется, и созвездия капельки лягут на ладонь. И к щекам так бережно, как к родному берегу, прикоснется ласково сумеречный конь. Нет теперь сомнения, ты и вдохновение, что-то неделимое. Белой пыли тротуары подворотни.
отражается во мгле. Ты идешь навстречу сонной походкой, ты идешь навстречу сонной походкой, и весна уже волнуется во мне. Еще детский сад. А вот в этой песне, значит, есть слово Туапсе, ну, вы, наверное, знаете это слово. Да, это моя родина. И есть город Нежин, это Черниговская область, Украина. Там наши родственники жили, и вот вы теперь будете знать, к чему это Нежин. Снова, в которой ни капли, ни грамма святого, в которой устроились жить тараканы, которая любит читать Мураками. Я рыжая кошка с облезлой спинкой, которой сродни босоновой и свинги. Я наглая дрянь, что порой вечерами глядит на прохожих большими глазами, сидит у помойки, у стен привокзальных и слушает вздохи составов печальных. Четыре ноги, хвост, усы и дорога. За пазухой день и надежды немного.
мы зашли в метро на кольцо, она спросила, до какой мы едем, я сказала, до конечной. По кольцу мчится поезд пустой, он в депо никогда не бывал. Ожидают, наверное, домой машиниста, что держит штурвал. Эта осень нырнула в метро и все ветки связала в одну. Я живу в черно-белом кино и спешу в никуда. Формы укрыты листвой, сколько лет я рисую овал, но на станции ни на одной старый поезд ни разу не встал. Только чувствую чьё-то тепло, или в сердце тот образ лучист. Может, в первом вагоне метро едет преданный мне машинист. Все тут делится пополам на возможности и усталости. Этот центр расширился вплоть до периферии собственной, с посторонними мириться, оттого не кладу с собой. Время движется по делам, зашиваюсь в огромном городе, все тут делится пополам, и мерещится горы мне. Да-да, да-да-да, 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 да-да-да. В общем, когда мы пожили в Туапсе, ну, в Туапсе, потом мы пожили 2,5 года в Москве, и потом нам надо было переезжать в Германию. Ну, собственно, вот это вот проживание в Москве, это было перед Германией такое ожидательное время. Вот, и когда мама пришла и сказала, все, мы едем. Ну, для меня это как вот навсегда, я тогда не знала, что зарекаться все-таки неправильно. Вот, я потому что уже через 10 лет переехала в Россию замуж, и на 3 года тут застряла. Сейчас опять вот едем, у нас там на Выхино машина с пылесосом. Вот, и вот когда мама сказала, что мы едем, я тут же быстренько начала ностальгировать, написала песню, еще не уехав. Ну, это же не честно. А потом, когда уехала, уже, значит, по чесноку. Это вторая, которая честная. Желтый свет постаревших окон, да базары с кавказским акцентом выходили мне как-то боком, превышающим норму процентом. Мои лестничные пролеты пропитались табачным дымом, стоим, мчались на юг самолеты,
в беспощадной борьбе с уныньем. Стаи мчались на юг самолеты в беспощадной борьбе с уныньем. У порога не мнется тряпка, жду гостей, как всегда, вечерочком. Почти в порядке, собираю себя по кусочкам. Питер, нежен, Москва, Самара, Добсинский район у моря. Все, что было когда-то даром, мне годами с долгами вторит. Все, что было когда-то даром, мне годами с долгами вторит. Базары с кавказским акцентом выходили мне как-то боком, превышающим норму процентом. Я по местным расценкам дорого, как рассказывали торгаши. На пороге немецкого города выкупала гражданство души. На пороге немецкого города выкупала гражданство. Спасибо. Ну, следующие стихотворения и песни, они посвящены папе. Ты помнишь меня? Ты радуешься? Ты плачешь? А может быть, нет тебя и все в этом мире иначе? А я вот ужасно боюсь ночью и средь бела дня того, что когда я умру, внезапно забуду тебя. Сердцу милые седины аккуратно потреплю, как живешь ты, мой любимый, как живется. Очень много этажей, на одном твои желания, на другом жена. Детей разложил по полкам верно, младших вниз, наверх других, только прошлое отдельно. Ведь оно отдельный стиль. Одинок в своем призвании, не умеющий любить, разрешающий сознанию сострадание убить. Знаю в жестах ты не смелый, но по правде говоря, ты единственный на свете, и пишу я для тебя. Разложил по полкам верно младших вниз, наверх других, только прошлое отдельно. Ведь оно отдельный стиль. Да-да, 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 да-да. Когда я, собственно, с этой песней пришла к папе показать, ну, думаю, поймет, не поймет, вообще очень страшно было, потому что я всегда ему приносила первому все, что сочиняла. Вот, он долго смотрел текст, говорит, ну, текст слабоват, значит, тут подправить, тут еще что-то поменять. Я поняла, что он не понял. Ну, пошла рыдать, вот, значит, пережидала, потом был какой-то концерт. Его концерт, он мне сказал, что я спела 3 песни. Я, ну, мы с ним договорились, какие песни. Женя меня за кулисами говорит, ты что поешь? Я говорю, ну вот это. Она говорит, так, вот вместо вот этой спой, которую папа посвятила. Я говорю, ты что, он меня это...
на куски. А она говорит, ничего, все стрелки на меня. Я говорю, а, ну да ладно. И не успела. А потом после концерта, значит, папа мне звонит и говорит, слушай, ну вот там ты как бы это, ну, облажала, ну, песню спела, в общем, вот эту. А мне тут ко мне подошли и сказали, вот неплохая песня, это что, про меня? Ну, он так. Я говорю, да. А ты что думал? Ну, влюбилась в старого, седого. А следующая песня, это я попробовала себя в, как это называется, жанре, нет, не жанре, в роли этого композитора на стихи Дмитрия Быкова. У него это стихотворение называется «Письмо из командировки». Город Венеция.
памятник воздвигнул сам себе, и по себе он стоит, его выгнут в этой временной борьбе. И ночью одной на гондоле голубой я приеду за печалью за морской. Замуж за Роберта, ну, это шурмур там, как это называется, конфетно-букетный период. В это время обычно пишутся, ну, такие лирические стихи. Ну, вот у меня написалось так. Я тебе подбирала одежды, запах тела, цвет глаз, имена. Я тебя сочинила, но прежде были разные времена. Я училась не верить и верить, доверять, забывать и прощать. За собой не захлопывать двери, не просить и себя возвращать. Отпускать, кого нету, роднее, становиться чужому, родной. Я училась, чтобы стало светлее, чтобы встретиться снова с тобой. А потом вышла замуж, и все пошло немножко, ну, не так, что ли. Ну, как у всех, в общем. Вот, и мы спим, он спит, а я как женщина, ну, женщины, они всегда больше переживают, чем мужчины, ну, им положено по статусу. Не все, но большинство. Вот, и, значит, он спит, я переживаю. Сплетение рук, сплетение ног, обнять и ждать. Когда же купим мы широкую кровать? Вот, и потом, значит, он стал ходить на работу, я стала у плиты, ну, все как положено. И он, уходя, все время что-то забывал. Ну, там, когда что. И я написала записку. Ну, не просто записку, просто это как тоже как-то банально. Надо было выпендриться, чтобы запомнил, может быть. Ну, нифига не помогло так. Значит, если ты собрался выйти, но еще не вышел, вдруг посмотри в свои карманы, не забыл ли ты чего. Взял ли ты ключи с собою от квартир и гаражей? Не забыл ли ты на кухне, на зарядке телефон?
Захвати с собой билеты, если вздумал улетать, паспорта, рубли, валюту, щетку, пасту и носки. И, конечно, непременно не забудь в дорогу взять мудрость, голову и сердце, и не позабудь меня. Вот. Но это не сработало, на самом деле. И я решила то же самое переписать, только, ну, типа, как невредные советы. Благо, у нас две двери, значит, на первой висела вот это, то, что я прочитала, а на второй вот следующее. Если ты собрался выйти, но еще чего-то ждешь, не тяни, иди скорее в неизвестность за порог. Не забудь оставить дома шапку, голову, ключи, телефон, билеты, брюки и с правами кошелек. Там они не пригодятся, как бы ни старался ты. Вход везде у нас свободный и бесплатный, чтоб ты знал. На дверях замки спилили, аж при Ленине еще. А при ВВП, ты помнишь, все остались без штанов. Климат на Урале тоже вмиг глобально потеплел. И теперь за руль садятся все, кто хочет, и без прав. Так что ты давай, не парься и шуруй без барахла. Налегке идти по жизни все ж приятней, согласись. На самом деле это тоже не помогло. Я ему потом повесила его портрет и написала: ну-ка, голову включи, деньги, телефон, ключи. Это самое необходимое. Ну, туалет недалеко не буду, у нас вся квартира была обклеена. Ну, такими всякими. Нет, почему же? Я, честно, не помню. Смотри внимательно, смотри, ты же можешь прочитать? Я наизусть не помню же, ты же видишь, я со склерозником. Я лучше другую песню спою, вот одну последнюю, все, и это выпьем. Значит, когда мы жили в Москве, последняя моя работа была, это в переходе на ВДНХ. Мы там с Джейн Калиной подрабатывали на полставки. И в конце нашего переходного периода мы в одну песню решили собрать почти что все, что пели. Долго думали, на что это все положить. И как раз тогда шла передача, все не забывают название. «Фабрика звезд». Точно. Ну, и там это круто, ты попал на ТВ. Вообще идеально, все песни ложатся на эту мелодию. Вот пример такой. Там очень много куплетов, последние 5 мы вырезали, осталось 15. Вот и осень наступила, все повысохли цветы. Ты глядишь на нас уныло и кидаешь 2 рубля. Что-нибудь исполнить просишь, чтоб душа тут и сюды. Только мурку и таганку мы ни разу не поем, ни разу не поем. В центре города большого, где травинка не растет, в юном месяце апреля в старом парке дает снег. Изменения в природе происходят каждый год. Александра, Александра, этот город наш с тобой, а город наш с тобой. Круто ты попал в переход, задержись. Мы тебе красиво споем, ты давно так не попадал. Искупись, мы искусство в массу несем. Зацветет опять калина в чистом поле у ручья, и внезапно в переходе пробежится мне не дрожь. Нынче парня молодого полюбить пыталась я. Тишину шагами меря, ты как будущность войдешь, как будущность войдешь. Говорят, мягкие буки, как выносит на земля лучик солнца золотого, ночи скрыла пелена. Между небом и землей снова выросла стена. Гости к нам весна вернулась, от чего-то хорошо, от чего-то хорошо. Старый клен стучится в стекло, отчего нам стало светло от того, что ты так попал в переход. Только тут гармония поет. По ковру из желтых листьев ходит человек-чудак. Звюка птицы прилетают, вроде тоже не пустяк. Сотни лет и днем и ночью кружит карусель земля. Вдаль звенящую уносит меня белых три коня. Три белых три коня. Кончен бал и кончен вечер, мы шагаем по Москве. А зеленая карета чуть-чуть в вышине. Вот и звездные медведи светят дальним кораблям. Завтра дальняя дорога ожидает короля. Таганку не поем, а город.